этим розам подходит. Зауральская девушка утверждает, что Анапа – это город роз. Ну, какая-то есть правда в ее словах. Ореховая роща, розовые аллеи. Фонтан в Ореховой роще. Ну, такой парк для гуляния, для семей с детьми. Хорошее место. Да, конечно, гуляет ветер. Ну или зеленая скумпия. Смотри, какая формировка куста. Зеленстрой наводит красоту. Может быть, ремстрой. Не знаю, кому досталась благосклонность муниципального контракта. И возвращаемся на розовую аллею. Наверное, так она называется.